чем это так вкусно пахнет, а? Обалдеть, как вкусно. Нет, конечно, островато, но, в принципе, то, что надо, чтобы с утра взбодриться нам. Спасибо тебе большое. Вообще-то это Сережа приготовил. Можешь и его чмокнуть тоже. Да? Нет, ну, в принципе, неплохо. Хотя нет, послевкусие уже на троечку. И потом, ну, очень остро, очень остро. Вер, ну, у меня теперь весь день изжога будет. Остик, а хочешь, я тебе овсяную кашку на молоке приготовлю, а? Вообще, овсяную кашу на воде лучше делать? Ну, просто молоко мешает усвоению. Вот вчера ты мне больше нравился. А что я такого сказал? Пойдем, я тебе объясню. Ой, как же Машке повезло. И завтрак приготовил, и посуду убрал. Надо брать с него пример. Молодец, Верочка. Что ты это понимаешь? Галина Ивановна, вообще-то я про Костю. Могу, между прочим, побыть тебе пообходительнее. Что, я необходительный? Ты я необходительный? Кто тебе вчера туалетную бумагу-то под дверь подсунул? Ты скажи мне, ты долго еще будешь рисоваться? Не понял? Чего ты не понял? Долго будешь себя идеально устроить? Тоже мне нашелся сын маминой подруги. А что, Маша не умеет готовить? Нет, ну как не умеет? Так-то готовит. Редко это делает. Последний раз она... Чего она? Кексики приготовила. В песочнице. Да. Ну, пахнет вкусно. Кто шеф-повар? Надеюсь, руку не меняли? Нет. Сегодня Маша готовила, так что сейчас заценим. Да, подожди. Так, сейчас погрею. Курьер опоздал, все остыло. Вот так я и знал. В смысле, говорю, курьеры совсем обленились, работать не хотят. Ничего, я с поддержкой уже поругалась. Промокод дали. Вечером ужин закажем. Да, доставка – это хорошо. Всю жизнь же можно не готовить. Сереж, я надеюсь, это не проблема? Да ну, нет, ну, просто ты же девушка и... Что, должна уметь готовить? Ну, если честно, хотелось бы, да. Почему у меня такое странное желание вмешаться в их конфликт? Поздравляю, ты начинаешь понимать мою маму. Ну, извини, что тебе досталась такая бракованная девушка. Так, стоп, я этого не говорил. А, тем более, ну, со мной ты быстро научишься. А если я не хочу? Что, что ты молчишь? Ясно? Приятного аппетита. Да, да ну нет, ну в смысле, я даже об этом... Класс, вы были правы. Маш, погоди! Вы были правы? Мы? Работа. Работа, я же опаздываю. Гостья Вера с 9 сентября в 7 вечера на СТС.